Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю вообще, что происходит в современном мире. И вообще, что происходит с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать-то не буду. Мне надоело это все. Я не позволю мужчинам оскорблять меня, унижать и порочить мою честь. Не позволю. Те, кто подписан на меня и на мои фанатские группы, знают, о ком идет речь. Я посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моей. Пока еду, хочу с вами посоветоваться. Хочу устроить опрос. Одна семейка меня очень сильно обидела и сделала очень больно. Я их простила, решила не опускаться до их уровня дна и продолжения. Так вот, они все не могут успокоиться. И уже трогают меня неоднократно. Я знаю очень много правды про этих людей. Очень некрасивую правду. Рассказывать вам ее или нет? А у меня для вас загадка. Что общего между мужчинами в саунах и девушками, которые приезжают к этим мужчинам за деньги? Вот такой вот вопрос. Жду ваши варианты. Под последним постом можете...